Ученики Назарбаев интеллектуальной школы провели благотворительную ярмарку. Купить домашнюю выпечку, поделки, послушать выступления школьников могли и жители города. Количество столов не сосчитать. Участие в ежегодной благотворительной ярмарке приняли и учителя, и даже родители. Удивил и креатив учащихся, с которым они отнеслись к празднику. Интересные наряды, конкурсы и задания. Никому не удалось уйти с пустыми руками. Мы сегодня представляем Корею на выставке в честь Дня защиты детей на благотворительной ярмарке. И мне очень нравится это мероприятие, потому что это правда отвлекает от школьной жизни и много людей знакомятся с нашей школой. Да, тем более после пандемии у нас редко проходили подобные мероприятия. И сейчас собираются люди, ученики и радуют, что проходят такие мероприятия. Поддержать ярмарку пришли и родители школьников, которые также помогали им готовить экземпляры на арт-выставку, вязали, шили, рисовали и пекли вместе с детьми. Дети принимают активное участие, столько готовили, столько сладостей, вкусностей. Вот. Что ваш класс представляет на ярмарке? Наш класс представляет много выпечки, сделанные своими руками, шары, поделки, все, что все старались. И даже плохая погода не смогла испортить настроение гостям и школьникам. Ведь позади учебный год, впереди летние каникулы и долгожданный отдых. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, РТС Аппарат.